В этом году отмечается 70-я годовщина победы советского народа в Великой Отечественной войне. 9 мая каждый послевоенный год в сердцах людей просыпается чувство благодарности за мужество и героизм своих предков. 7 мая в школе номер 11 состоялся концерт в честь 70-летнего юбилея Великой Победы. Мероприятие подготовили ученики совместно с учителями. Как настоящие артисты, ребята показывали и рассказывали душещипательные истории из жизни людей во время войны. Девчонки, смотрите, что я нашла! Что это? Ого! Ух ты! Где это ты взяла? Да вот здесь. Ну да. Ну честно, здесь. Мы ямку для сюрпризов копали, а тут тетрадь старая. Написано. Мемуары. Наверное, кто-то когда-то ее сюда спрятал и забыл достать. А давайте откроем. Давайте, конечно. Дайте мне почитать. И мне почитать. Мне тебя забыть бы надо, мне тебя забыть бы надо. Только все напоминает мне сегодня об одном. Ленинградская блокада. Ленинградская блокада. И стучащий неустанно ленинградский метроном. Мне тебя забыть бы надо, мне тебя забыть бы надо, только все напоминает мне сегодня об одном. Ленинградская блокада, ленинградская блокада, и стучащий блокаду Ленинграда. Да здесь же целый сборник стихов. Слушайте, война обрушилась нежданно, все переполнило собой, и все смешалось в этом мире, и смерть носилась над землей. С войной, слепой и жестокой, я бок о бок Голгофе шла. 4 очень долгих года свой крест не детский я несла. Нет, и детей война не пощадила, и все невзгоды выдала сполна. Я стала малолетнюю старухой, все видела, все знала, все могла. Ведь войны жалости не знают, война не ведает добро. Шел по земле жестокий молот, не разбирая никого. Когда началась война, мне было неполных 7 лет. 7 лет мне исполнилось 28 июля 1941 года. И в первый же месяц войны я была изувечена еще до дня рождения. Меня, измученную болью, в крови, в бинтах, в полубреду, нес на руках солдат усталый через кровавую войну. И я, обняв его за шею, прильнула головой к плечу. Он нес меня, забыв усталость, через внезапную войну. Кем был солдат тот безымянный? Что ты наделала? Война! Нас дома ждали наши мамы, его солдата и меня. И я живу, живу и помню. Такое забывать нельзя. Меня моя дождалась мама. Его не встретит никогда.
Когда меня привезли домой, после неудачной эвакуации, я долго болела и не могла выходить из дома. А когда стало можно выходить, город показался мне странным и чужим. Окна во всех домах были заклеены крест-накрест бумажными полосками. Всюду эти кресты, кресты, кресты! Как он тяжел, недетский крест, и на Голгофу восхождение. И кто поможет горький час? Надолго ли хватит жизни тления? Все душно в теле чужого, но все же теплится душа. За жизнь цепляюсь, как могу, и перед всеми я в долгу. И обрету ли я покой? Так много горя за спиной, в начале и в конце пути. И что еще там впереди? И донесу ли я свой крест до тех благословенных мест, где прозрелая душа по жизни поведет меня? Минуй, блокадная Голгофа, мой крест меня не придави, ведь я еще в начале жизни, в начале долгого пути. Чаще оставалась одна и днем, и ночью. Тогда впервые мне отчетливо захотелось умереть. Я плакала долго. Зашла соседка. Она ничего не спросила, только сказала что-то вроде: ничего, Бог терпел и нам велел. Она всегда во всех случаях вспоминала Бога и часто молилась. И мне говорила, чтобы я тоже молилась своими словами. Молилась мама, стоя на коленях, молилась без иконы и креста, молила Николая Чудотворца, просила Матери распятого креста, просила чудо сохранить от смерти меня. Ее голодное дитя тянуло в угол худенькие руки и горестно смотрела в никуда. И я стояла рядом на коленях, не зная слов, крестила молча лоб, а по спине
озере мурашки и бил от холода и голода озноб. Но я ждала, что состоится чудо. Христос появится из темного угла, и сразу кончится и голод, и блокада, и прекратится страшная война. Сводила боль костлявые коленки, но мне хотелось увидать Христа, которому в слезах молилась мама, не верившая в Бога никогда. Воспоминания хлынули лавиной, они способны раздавить меня. Война, блокада, страхи и болезни, Бергольц, бомбежки, лютая зима. 125 святых бесценных граммов святого хлеба, очередь за ним, вода из грязного растопленного снега и похождения долгие за ним. Воспоминания хлынули лавиной, они способны раздавить меня. И вспоминать не хочется блокады, все снова пропускать через себя. Ребята еще раз напомнили всем о той страшной войне, о тех страданиях, которые она принесла. Ничто не забыто, никто не забыт.